Вас приветствует группа «Вторичный перегрев». Мы местные ваши ребята. Родились и выросли все здесь. Вот. «Вторичный перегрев» — это союз музыкантов-любителей и профессионала высшего класса нашей прекрасной Серафимы вокалистки. Сегодня она продемонстрирует свой голос, свои умения. А мы попробуем показать вам на музыку, на которой мы росли, воспитывались, на которой мы учились играть. Вот. Можно сказать, что вы свидетели нашего первого шага. Мы очень сильно волнуемся. И спасибо, что дали нам возможность показать себя, послушать. Спасибо. Предлагаем сделать так. Мы будем играть песни, которые устоялись уже в этом мире, в России, вошли в историю. Возможно, скорее всего, вы знаете их. И если кто-то из молодых людей, девушек, работников, управления угадает эту песню, как мы ее отыграем, то будет такой, так сказать, поощрительный приз, медиатор от... Вот. Потом мы их в конце концов все равно вам все раздадим, как так чисто символически. Ну как сказал Гагарин, когда я сел в ракету. Поехали.
Как ты сказал? Дальше. Группа крови. Правильно, дай отсюда. Ну-ка, выбирай, какой тебе нравится. Давай, не стесняйся, бери. Показывай всем. Молодец. Продолжим. Thank you.
мне 16, там, 17 лет. Говорю, мать, хочешь Металлику сыграю? Он говорит, батюшки, это что такое вообще? Что такое Металлика? Что такое Металлика? Кто знает, что такое Металлика? Это такой робот в мультике. Вот. Все думают, что это что-то такое, кастрюлю на голову одел и давай долбить там, ну, чтобы пока там мозги не вылетели. Мы вам сейчас продемонстрируем, что такое Металлика. Металлика — это легендарная рок-группа, это название ее, это не стиль музыки. Там, конечно, все в разные стороны, вот. Но сейчас мы вам представляем Металлику.